Я не понял, а что, зачем опять перезагорать? Не знаю. Можно А, ну типа, поменяться, типа. а, ну да, типа можно поменяться. Ну, окей, я то же самое. I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We Так. should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Как, конечно, непривычно с этим сплит-скрином. Вообще, я смотрю на твой экран, на свой экран, и постоянно получается какое-то рваное управление. Да. Нам, я надеюсь, а, ну ачивка-то вот там уже засчиталась. А может даже ниже Да. вообще. Да, за сплитскрином непривычно вообще. Ну, то есть... Мне по большому счету не надо видеть, что у тебя происходит. Ну, по большому счету, да, чаще всего это не требуется. Да, у меня картинка, блин, в пол экрана. Ага, а у меня с моим маленьким экранчиком получается вообще такое маленькое-маленькое. Не, ну это прикольно, что, например, там локально дома поиграть. Наконец-то есть игра, где можно вот играть дома по сплитскрину, потому Да. что таких игр очень мало, реально. Какой-нибудь Диабло, что там еще? Дивинити? Дивайнити? Ни во что не играл из этого. Ну, в Диабло я играл. Ну, А, в я только мо... на ПК давным-давно. А? Wait. Leo, there's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. Вот тут, наверное, You можно ever будет go camping, Vincent? порыбачить. A few times. Ага, When was your походу. kid? With the old man? Nah, my uncle actually. And you liked him? Yeah. И как Who это wants to дело? sleep outside on the cold, hard ground when you've got a perfectly good bed at home? Sleeping in a Плескать 9x5 room with bars, though. Well, you got that right. But seriously, though, водой. why Надо, does наверное, camping друг на have to друга be squat? помать по одной рыбе. Mice, bugs, no civilization, no toilet Может, paper, все-таки можно no fresh уточку air, на Да, я тоже ночь. думаю, что плескаться водой, думаю, можно друг на друга поплескаться, а мочивку здесь не дают. But still, no Вроде как toilets. нет. Well, that's the charm. Хм. Сделать Костер копье. разжечь. А я сейчас здесь могу разжечь костер, видимо. А, раздуть вода. Есть. А, нужно больше этого, дерева для костра. Окей. Сделать копье. Что, нам каждый надо, чтобы сделал? Я пока деревья просто достал. А, смотри, один должен подгонять рыбу, а второй А, стрелять мечом. окей. Бля, тогда сейчас я отнесу деревья к этому костру. Просто уже взял дерево здесь. Ага. This should be enough wood. Сейчас раздуло быстренько. Есть. А, надо каждому, на по рыбе. Так, Да, где-то ну там. вот и гони рыбку на меня. Вот, гоню. Я тут типа стою как статуя. Да, я гоню как раз. Что-то мимо прошли. Вокруг надо тебе как-то. Сейчас я с той стороны попробую. Давай. Ну как? Нет? Есть. А, есть. Отлично. Так, сейчас я тоже за компьютером схожу. Ну, кто-то обосравшись идет. Чем мне с рыбкой сделать сейчас? На костер На костер, положить? видимо, да.
Just a little more. Так, окей. Интересно, так смог кто-нибудь? Просто сам как стукан. А, да, рыбка плывет. Нет, сыт. Ну, подожди, я не знаю, как положить копье, чтобы тебе как-то поспособствовать. А вон же, крылышком. А ты можешь крылышком нажать. Ну, когда ну, это, конечно, на суше. Не пока я... Да, на суше. Так, встанем по центру. Так, стой. Угу. И он бьет только прямо перед собой. Угу. Есть. А, с первого раза. Может, на рыбаки пойти? Сесть в огня. Смотри, в разных местах теперь сидим. Не это. Ага. And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent. I need to know what your story with Harvey is. Okay? Alright. I was a regular guy. With a boring bank job. One day my brother brings in a new client. Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother. As a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. I mean, we're gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. Closing in. We gotta move. Ah, oh, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay? Ну, чего? Все, выяснился. А нет? У меня ничего нет. Ну, нет. Темный экран. А, ну.
Еще блинчик дал. Это Торкс, 8-й. Сегодня буду разбирать полочку. Пылесос. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Аня, мне яблочко принесла. Чего у тебя? Оля, яблочко. Дома какие-то. Угу. Посмотрим. Какая-то ферма. Винсент, see that house? Let's check it out. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Ну, я связал лошадей. Sure, whoever, man. Убивать людей. Okay, come on. Старичков. Не, он просто связать хотел. Crap. It's locked. Over here. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? А через окошко? You sound so sure. I mean, it could also be empty. You hear that? Yeah, I do. А, вон через эту верхнюю штуку. Блять, как перепрыгнуть-то? Здесь нет возможности перепрыгнуть через маленький заборчик? Угу. Окей. А вон. Песенка есть. Ага. Куда вот ее ставить? Наверное, просто на крышу. Да, наверное. А, ну да. Let's find something to climb up there. Вроде несколько ачивок можно сразу получить. Да, надо мельницу мельницу запустить. Да, 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 да. Я тоже почитал уже. Hey, Leo, this might make enough noise to scare the horses. We should probably release the horses first. There are the horses. Ну давай. One down, two to go. Yep. Где там еще? Окей. Now we just need to scare him out of here. Сейчас ты черней. Всех выпустили. Ага.
See? I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Вернется машина. Так, надо на это. Мельницу. На мельницу залезть. Ага. И на инструментах поиграть, еще что-то такое нам сделать. Что? И на инструментах поиграть, еще что-то такое сделать. Да, найти секретную комнату. Ага. Смотрю, тоже почитал эти. Почитал гайд. Блять, что так медленно не поднимается? У тебя аж фобия. Да-да-да. Не знаю. Я учу его, чтобы он... Эдис, одного хватает. Да, я поеду вниз. Я просто хочу, чтобы он помучился немного на высоте. О, он, кстати, так смешно как-то голову ведет, когда он высоко. Я думаю, если его долго оставят на высоте, он это... шлепнется. Что там как? Давай еще. Или отчих хуже. А, во. Чё-чё. Есть. Вот она. Угу. Сменить одежду, найти... Машину, угу. Так. А, это что, надо телефон отрубить? Набрать номер? Или что? Hi, is this Steve? No? Rob? No? Окей. Так, сделать эти инструменты-то. А, вот. Играть пианино, а еще какой инструмент есть? Надо найти. А, вон банджо, рядом. Вот что, типа банджо, да. Угу. Так, сложно, нормально, невероятно. Изи, что ли? Ну, давай на изи, наверное, да. Ладно. Блять. Я сука, сложно. Да. Гитар Хиро прям. Да бля! Damn it, fuck! All right. Yeah, that's it. Там сложная партия. Ага. Блять. А, я сейчас запутался. Играешь так же, как у меня, что ли? У меня не показывают твои ноты. А, да, мне должен ты показывать твои. Это вообще невозможно, как это мне становится. Damn it.
Пиздец, а что у нас сложно тогда? Блин, они так там быстро начинают идти. Да, 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 в какой-то момент вообще просто невозможно. Мне кажется, лучше даже там пропустить и не сыграть ноту, чем ее сыграть неправильно. Блять. Я сейчас так устрою. Я почти все попал. Давай поменяемся инструментом. Давай, давай. Пиздец какой-то. Так. Ну, банджо давай, бери. Легко. О, или что? Видимо, у нас просто ты умеешь играть на одном, а я на другом. Изначально. Сука, мы тут полчаса вертали. I'm full of surprises, and mostly good ones. Wow. Yeah. Ну-ка. Где ачивка? Давай экстрим попробуем. А, вот ачивка. Давай попробуем, да, давай. Сейчас. А, невероятно сложно. Ой. Ёпта! Nice. А! Я чё, меня отложил? А, я случайно нажал, видимо. Так, невероятно сложно, давай еще раз. Бля! Да, окей. Так, подожди, блять. Название просто. Моя собака начинает это выйти. Марко! Бля, подожди секунду. Алло. Алло, алло. Я тут. Да, все нормально? У меня просто начинает выйти, когда кто-то звонит на Telegram.
Да. Да, и все, пиздец, он, по-моему, да, весь разнулся. Так, сейчас нет одежды. Найти что-то там такое. А ты пушку взял? Да. Вот здесь, похоже, это вот эта секретная комната. Да. Ну, судя по виду. А, часы какие-то найти. А, часы? Да, там что-то тянуть. My wife always says that I don't look good in hats. I look like a hillbilly. I bet some delicious meals have been made here. Прикольно, они сделали такие кучу-кучу маленьких механик каких-то. На один раз. Ну да. Та же самая рыбалка. То... Можно, наверное, постратить эту одежду какую-то. Попробовать, как она, машинка. Так, вот тут есть какие-то часы, но тут ничего нельзя трогать. А в гостиной... А что, карточный домик строил? А что, из него тоже карточек? Вроде нет. Нет, тут всего три. Надо одной еще. А, вот одежда. На втором этаже. А, я нашел часы. А, да? Сейчас подожди. Бля, сейчас переоденусь. Спущусь. Просто уже нашел, где переодеться. О. Переоделся в роднека. Так, на первом этаже, да? Да, вот здесь. Вот. А, окей. Один типа тянет, короче, такое. Нет, обои надо тянуть. Обои? Окей. А так и часы, а не книжку. А, я не могу, подожди, у меня ничего нету. Их не видно, да? Но мне же моих подрать. Окей, да, все, понял. Одновременно? Давай на раз, Раз. Два. Три. Да, бля. Давай еще раз. Ну, давай еще. Китай, что ли? Раз, два, три. О. Отлично. Где там эта дверь была? Она вот была между этажами здесь еще. Да? Вот между этажами. Ага. Now this brings back good memories. Да. Ничего. Какие это воспоминания? Вот. Знаю, это отсылка к Зельде, что ли? Наверное. Либо, а какие еще у них игры есть в этой студии? Никаких, это EA. Наверное, к Зельде. Да. Короче, переодеться вот там. Вот там где-то. А, не, вот здесь. Здесь переделка. Ну, слева те. Так. If only the cell beds were this comfortable. Он переоделся, но модный. Можно поспать. Посидеть. Посидеть, передаем. Тут прям ткацкий станок. Да, я там уже тоже попробовал. Так, что за это еще есть? This must be one of the new fancy models. Yeah. Still got the looks. I used to be pretty good at this. Let's start from scratch, I guess. Ну, можно прямо через окно выпрыгнуть. Ну ладно, что, пошли искать машину. Давай, я, может, здесь прямо перед окном, из окна выпрыгнуть. А я не могу. Не, можешь, я, видимо, ждал, пока я слезу. Угу.
Так, чё, какая-то третья ачивка на этом? Радио где-то включили. Чего? Да радио включили где-то, шумит. Во всех кушах. Радио включили? Ну, да, у тебя не играет музыка? Играю, да. Ну. Ну, я говорю, а где третья ачивка-то там, где надо ее получить? На этой ферме? Все, получили. Сыграть карму. За секретную комнату и за этот. А, из ветряной мельницы, да, все верно. Да. А? Так, машина, видимо, вот здесь, потому что я здесь стою в каком-то барне. Ой. Vincent, come over here and help me out. Да, вот с другой стороны дома. Внизу? Да, подожди, сейчас. Да, направо туда. Там, где трактор, чуть подальше. Торцы, подковы, что? Не-не-не, не здесь. Не. А, это, видимо, просто городка-то. А, ну да. Ха, прикольно. Да. Блин, сейчас тоже туда побегу. What a throw. Вот здесь трактор, если можно трактор спиздить, интересно. Что он говорит? А, тут еще соревнования, слушай. Ага. О. Опа. I was born to do this. О, канистра бензина я нашел. Пригодится, наверное. Угу. Вот он то же самое сказал. Че еще есть? Ничего лучше нету. О! Вот это им. С канистра бензина. Тот кот. Ага. И там уже канистра бензина был. Вот здесь. Ну, ты же несешь одну, я думаю. Да-да-да, я думаю, там больше не надо. А тачка, мне кажется, вот здесь, судя по протектору. На тракторе не поедем, да? Ну, вот я хотел, а нельзя вроде как. Да-да. Да, тачка 100% здесь, мы смотрим, стили туда ведут. Угу, вот я говорю. Давай, поставь. Угу. Ну? It's not that bad. What do you mean it's not that bad? А, ну да, точно, на английском ачивка звучит you linked up to the past, to get past. Может, это, видимо, с линком связано. I'm sure there's a spare around here somewhere. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up. Sure, can I say All right, fine. Так, починить пикап. Где колесо? Может, как раз у этого из этого испиздить, как его? Из трактора. Пошел. Ключ. Так, скейсинг аккумулятор. Лом. Так. Прикольно, а зачем нам вот та штука, которую я сейчас... Что это такое у тебя? Типа крана между частями. Ну, а так, я поднял пикап, чтобы... Этот... Так, вот. Как-то непоследовательно, нам надо сначала... Да-да-да. Не, я оставил эту херню, чтобы... Можно было поднять, теперь нужно колесо достать. Где-то в колесо. Я, но... Тут колесо от бетономешалки, оно не подойдет. Гаечный ключ, окей. Мне кажется... Ключ пригодится, но... Мне кажется, колесо надо взять у этого. Как его? У трактора. И лома наверняка его поднять. Угу, ну-ка, все интересно получится здесь взять его каким-то образом. Хотя с ним вообще никакой это нельзя сделать. Никаких действий. Опа-на, рубить дрова. А, зачем? Зачем мне рубить дрова? Ну и что-то деревянные колеса его собралось. Это я тоже думаю. Так, наверняка здесь что-то, где-то что-то еще есть, на самой ферме.
Надо, наверное, где-то сейчас собрать. Бензин ты не залил? Не, он нет. Пока, видимо, не починишь, он не дает тебе бензин залить. А ты пробовал? Ну да, я это... А, напомню, бак, я сказал, спереди просто подошел. Господи, ты бензин в двигатель хотел залить? Да всё, мало ли нам сделать так. It's filled up with gas. Wonder if it will start. Prefer them fried. The battery seems dead. Up you go. Блин, здесь нигде никаких колес. Ни колес, ни аккумулятора. Наверняка где-нибудь в доме вообще. Все это говно торчит. Там что-нибудь есть. Холодильники. Must have been open for a long time. Такс. Ладно. Короче, походу надо взять этот гаечный ключ, куда-то снимите. Там уже. У кого-нибудь что-нибудь отключилось? Я его принес, он рядом с машиной. А, рядом вот машиной? Смотри, вот эта штука, она... пропустил там фиг. Такс. Гаечный ключ. Наверняка его надо с собой взять. Не, да еще что только прикрутить. А, открутить? Я кому звоню? Позвонил жене, но не стал разговаривать. А, нет, не то. Нет? Может опять здесь же думать? Тоже несовместимые колеса. Угу. Вообще тут ничего. Seems like this lamp is broken. Let's see if I can get it working. Сейчас весь дом починим, а пикап нет. Корову трогал? Нет, не трогал вообще. Так, блядь, где еще? Нет.
Слушай, с опаской сейчас по закону жанра окажется, что в самом логичном месте сзади. В багажнике? Не, вот да. Смотри, как раз. Или внутри машины. Наверное, сейчас вам понятно. Не заведет. Как ты ее заведешь? Да. Ну, это... Что, не получилось? Не, я просто нажал, чтобы думал, может она откроет там машину внутри что-нибудь, только как аккумулятор тот же самый лежит. А он сразу тянется к... может завестись. А, слушай, у этого. Да. Нам надо трактор подогнать 100%. На нем клещи для джампстарта. А, окей, бегун. Да, воробы. Только Чего? Понятия не имею, как сдвинуть. Это же трактор. Ну, клещи тут. Ну, или, может быть, машину столкаем потом сюда и заведем здесь на месте. Видимо, да. Видимо, так надо. Слушай, я кажется... Подожди, я просто там внутри этой херни что-то увидел, не успел посмотреть по-нормальному, чтобы побежал за тобой. Кажется... Еще. Вон, наверху, смотри, видишь колеса? А, видимо, кто-то должен кого-то подтянуть или как-то, ну, каким-то образом наверх туда забраться. Ок, я догадываюсь так. Пошли. Ой, бля. Типа как лифт? Прыгай на крюк. Да, какой можешь крюк? На него попрыгнуть? Да, а, да. Окей, да-да-да, могу. О, супер, отлично. Угу. Ну, все. Так, вот, колесо. Вот, куча колес. А ты можешь оттуда спрыгнуть, интересно? Я думаю, да. Посмотрю, что тут еще есть. Ничего больше нету. Здесь нет, нет. Здесь ничего, здесь ничего. Да, могу. Так, давай на себя поднимаем. Ну, херну ты не держишь, дебил. А, все, не надо на себя еще драть. О, да, один поворот. Не, несколько раз тест. Alright, let's lift this thing and remove the support. Вытащим стойку, чего? А, давай поднимай. Да. Alright. Получилось? Угу. А, вот теперь толкать как раз. Окей. Сейчас, блядь, давай. Да, да. Я, видимо, отсюда. Угу. Воу, what happened? Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Eh, let's go get it. Да, у меня так одна машина укатилась. Такс. Jumper cables. Perfect. Let's pop the hood and try them. Jumper cables. Ну. Perfect. Let's pop the hood and try them. Leo, try starting the car now. Whoa. Oh shit. This piece of junk. It actually worked. I told you so. Sometimes you just gotta have a little faith. Faith, huh? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah, right.
Yes? No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay. Hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh, shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah. You got it! Come on! Come on! Yeah! Come on! Go, 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 go! Damn it! Ну, старикам лишь бы пострелять. У меня кто-то из друзей пишет в комментариях. А то я свой Лири, кем? Не верить сложно, сэр. Потом на русском, сколько тебе лет? 30 лет. Кто-то смотрит? Или... Да, кто-то даже смотрит. Hey, Basic! We've got cops coming! Step on it! О, погоня, погоня. Ага. Чем надо отстреливаться? Так, так, я за водителя, похоже, да? Да, да. А за кого стрелять-то? А, понятно. GTA! Ага. Да, блядь. Yeah. Что было бы, если бы мы их связали? Они бы освободились? Ну да. Так. Зажали. Машина. Блять. Ты на квадратик научился уже, да? Да, да. Сколько машин уже расстрелял? Да до хера. Все, оторвались? Нет, что это? Ha ha.
Бревна какие-то тут раскидали. Так, романтическая прогулка под веслом. Не шкварю. Дима, полиция, все, они, мы настолько быстро едем. А, да, мне надо на другую сторону перевести. Нет. Ты перешел. Ты будешь перевести, нет? Так я. Так. А, так я. Блин, я спереди. Блядский. Я думал, что я сзади сижу. You're a clever guy, Leo. Подожди, подожди. Надо между камнями пройти будет. Подожди, хай крести. Дай развернуться. Проверь. Да я и говорю, но я и говорю, нам надо проверить, а ты гребешь сейчас. Зачем гребешь? Надо, чтобы я сейчас туда вот так выправил, да. Давай, греби. Пока не надо, пока не греби. Не греби. Вот, сейчас. Вот сейчас. Ага. Эй, Винсент. Looks like our peaceful boat ride is over. Some rough streams ahead. Нет. Норм. Зачем? Не надо было посещение. Не знаю. Бля. Проверили, Лев. Проверили. Проще всего, быстрее. Не, тебе не надо говорить наоборот. Мне надо, чтобы передок выправить. О, норм. Да, вот пока мы тут... Да, нормально. Ага. Водопад? Чего? Водопад. Пиздец.
Nope. Ah, no money. Уже левее. Ага, норм. Нормально, дрифт. Вообще, да. Обратно. Да-да-да. Норм. Хренеть. Мы пизда, реки. Туда мы не хотим, наверное. Ага. Ай, бля, бегу. Итак, где ты там? Не ползёт. А? Ну? А чё, у тебя R2 нету? Не отображается? Во. Блядь. After Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I got busted, me and Harvey made a huge score. Bank job? No. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? Uh,
It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! Good business. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Peter, подставил. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's going to be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Don't go too far, Alex. Mom? What is it, honey? What's wrong? Alex? Leo, do something personal. Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. Sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together. Steal ice cream, cigarettes. Shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Keep an eye out for my family. It's a woman and a boy, about this size. You don't know where they live? They had to move while I was inside. I see. Let's just have a look around. I'm sure we'll find them. Yeah. Life looks rough out of here. You got that right. Never actually set foot in a place like this before. Oh, yeah?
Mr. Fancy Pants with a college degree and a banking job? Not like any of that helped. I'm here with you now. Should be happy. I'm great to be around. Keep telling yourself that. Ты должен быть женщина с этим сбитой. Что? Ты должен быть женщина сбитой. На ачивку. Да. А, что-то там послушать, да? А вон эта детская площадка, на которой тоже ачивка. А, вот женщина сбитой. Давай. I'm looking for someone. So am I. My goddamn husband. Better be back soon. What'd he do? That bastard's been cheating on me, and nobody cheats on Martha. I guess you didn't know that. Good luck anyway. If you see him, you let me know. I'll tell you what. А я вроде кого-то не видел. I'll think about it. Выкинут он из дома. Это где-то было. Где? Oh, I am. I'm waiting for my goddamn husband. I'm gonna beat his ass. Правая сторона. Have you seen him? А или надо подслушать? Да, 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 где-то. Во-во-во, вот здесь. He's been cheating on me, and nobody cheats on Martha. Are you absolutely sure he did that? Of course yeah. I'm sure. Hey, I can smell when people are cheating on me. Never mind what's going on. What you want? Cletus, come on, honey. I'm coming, sugar. Calm down. I'm getting cold in my lady parts. Okay, okay. I got you to go. Bye now. That gotta be that lady's husband. Maybe I should tell him. Ну давай. Какой неумный мужик. Hey lady, did you find him? Come with me. I might have an idea of where your husband is. You see that trailer over there? Yes. All yours. Oh, he's gonna get it now. Yeah. Что, давай еще одну сразу получим. Да, да, да. Надо на качелях качаться. Ну, пойдем посмотрим хоть, что произойдет, а. Где? А, да, 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 давай, давай, да. Тут. What the hell are you doing? Nobody Отлично. Так, где на там? На качелях? Да, которая двойная. Надо вдвоем идем покачаться. Сейчас, да, с той стороны. What the hell are we doing? I don't know. Well, I did it. Yeah, you did. Did I? This is getting awkward. Yeah, Vincent. Yeah. What? Nothing. Окей. Так, все, теперь все, здесь больше ничего нету, ничего синий. Мотоцикл еще надо починить. Мотоцикл починить? Мне кажется, да. Что-то не помню такой чипки еще. Ну, она есть, мне кажется, здесь. А найти мотоцикл лево. Hey, mister. I'll clean your shoes for a buck. No, I'm fine. Come on. There must be something I can clean for a buck. You might want to start with yourself. Ah, fuck you. Sorry, that was rude of me. Yes, it was. Accept my apology? Sure. For a buck, I will. Persist. Excuse me. Quick question? Hang on. Oh, no, that's not them, but that's... What's up? Kind of yeah, I've seen that. I'm wondering if you've seen a 30-something woman with a kid this tall? Yep. She's hot, right? Of course she is. She's my wife. Oh, okay, I hear you. So when was the last time you saw her? I see her every day. Oh, yeah? Where's she at? How come you don't know where your lovely wife is? Don't be a smartass, man. Just tell me where she is. Okay, just continue down that road. Alright. Мой мотоцикл, видимо, должен быть там, где я и нахожусь.
В смысле, около дома. Че за куча людей? Ой, я молоток взял. А, понятно. Управление гневом. Especially if it has a nice engine. Get? You mean steal? Okay, maybe you are allergic to cash. There's only one way to look at it. You're a crook. Relax, take it easy. Что там? Я, ну, вы там позаблазить, это, выйти, да? Сына сразу встретил. Okay, yeah. Afternoon. Everything all right around here? What do you want? Mind if we ask you a few questions? Yeah, I do mind. I'm kind of busy here. Ma'am, your husband is broken out of prison. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. Listen, if he tries to make contact with you, you let us know. Yeah, sure. Goodbye. А, ну вот, да, это надо как раз тебе починить мотоцикл, пока я с ним разговариваю. Ты прочитал? Угу. Больше да. Тут ничего нет? Больше ничего не будет здесь. Угу. А, подожди, все, ты же... А, не, надо еще хоумран сделать, ачивку, которая с этим, с бейсболом. Пропустили. Да? Да, было выше. Бля. Перед этим. Перед мастерской. А, просто помнишь, что я там вроде в бейсбол начал играть? И, ну там надо, видимо, какой-то это набрать, да? А, вот хорошо управлять избитый, окей. Don't worry, no. He's just a little bit upset. He found out? Yeah. He saw it in the papers. Oh shit. It's okay, baby. Yeah, this is, Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Of course. Ладно, я пошел с сыном пиздец. Ну давай. Hey. Hey. That's a really nice bike. Thanks. So, how long have you known Leo? Hey, Alex, a while. Leave me alone. I guess. Каики 57. Can I help you with something? Actually, I was thinking, that I could give you a hand. Nah, I'm good, thanks. All right, just let me know if you need anything. You know, I've worked on a few of these before. Oh, yeah? Hey, I could use your help. Can you get something for me? Ah, you needed help with something? Yeah, I do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Absolutely, ma'am. Гаечный ключ. Ну-ка, подожди, можем ли мы... А, пришли поиграть в бейсбол. Давай, попробуем. Скорее всего, нет, потому что мы вот пришли вот оттуда и фиг нам... Уже это локация. А там можно контрольную точку выбрать, по-моему. Да, можно. Ну, потом. Пофиг. Ладно, да, потом. Thanks. Alright. Wanna start it up for me? Could do that. Go ahead.
on, buddy. Come on, just let me up. Alex. Hey. Mm-hmm. What's this? Ну, в общем, починить было несложно. Только ключ потребовал. Чего? А. Гаечный ключ надо было. Ну и он особо не поговорил с сыном. Sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. Nah, it was all right. I love you, buddy. I love you so much. You wanna play some basketball? Sure. But you know I'm better than you at basketball, right? No, you're not. Yes, I am. Ну, может, ты сейчас выбьешь? Shoot some hoops? That could be fun, but maybe we should get going. Так это баскетбол. Oh, come on, just one game. Не бейсбол. Come on, Vincent. Okay, guys, one game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Ah, you know I'll win. Are you guys ready? Oh, we're ready. Let's go. Okay. Так, чё? А, пас. Окей. Как это работает? Алекс, here you go. А? Помочь Алексу. Окей. You're good, Alex. Really good. You think? Yeah. You should become a pro. Really? I'll be right back. Yeah, okay. A natural talent. You're way better than us two. I'm gonna be the best. Hey, beautiful. Hey. Well, would you look at that? You guys seem to be getting along all right. We are, but I need to get going soon. Yeah, I know. I'm just happy to see him smile again. Yeah, me too. Alex, come here on. You go. Let's talk. So, this is home now? Not for long. If the cops found us, then Harvey could too. We gotta get moving. Heads up! You know what? Let's just leave. Let's get out of here. And you really think Harvey will leave us alone? That murdering bastard. How the fuck did I trust him? It is what it is. This is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Yeah. I'm gonna set things right. I'm going after Harvey. He's not gonna get away with this. Какой фургон-то? Из нашего? Asshole. I need to find him. I'm sure he knows where Harvey's hiding. Have you seen him lately? Yeah. He's working at that new construction site downtown. Okay, good. You should be ready to leave the country as soon as I'm back. Don't worry about that. I'll take care of it. You just make sure to get back safe, okay? Yeah. No, don't just yeah me. Get back safe or I'll kick your ass. Okay, I promise. Goodbye. By the way, do you still have that piece? I do. Wait. Go.
У тебя показывается моя катсцена, или ты до сих пор в баскетбол играешь? Твоя, конечно. Nice going, buddy. Look, I have to leave now. Do you? Yeah, I do. But you take care of your mom now, all right? Can we play one more game? Next time, I promise. Now, come on, give me a hug. All right, buddy. Go to your mom. Sure, this Ray guy will give us Harvey's location. He better. What if he doesn't? You will. Trust me. This way. Hey. Where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Okay. Then. Oh yeah? And you're gonna stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? You just keep coming and coming and coming. That's how we keep you honest. That's right. There you go. You better hope you're building the code, man. Не читал, что здесь надо. Не знаю. Я тоже. 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 Я Me? Nah, I'm just keeping you honest. Keeping me honest. You being a nice little boy. Hey. Играя за Лео, подойти к столу, нажать квадрат и ничего не делать, пока не получишь ачивку. Ну это когда допрос будет. Да. С пристрастием. Ну окей, да. Это я помню. Но, видимо, это клад вот сюда надо. За пределом. Нет. Так, что, куда там идти? Вот я вот. Я там поссал просто в домике. То есть понять, здесь просто надо когда-то туда не стоит, да? Ну да, собственно. Ну, вон стройка тут. Да. Ага. Sorry, can I ask you a question? So what's your job here? Oh, I lift heavy shit, man, until my back breaks. Sounds easy enough. You're telling me. Yeah, of course I do. So can you tell me? I'm looking for someone. Oh yeah? Me too. My damn doctor fixed my back. I can't help you with that. Well, then I can't help you either. Peter. I see you have a walkie-talkie. That's right. Could you reach your foreman with it? Well, I expect I could. But since I haven't seen you around here before, who are you?
I'm none of your business. Could you please reach him? Fine. Hello? 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 Oh, dang it, it's not working. Jack! No. Сейчас со мной кто-нибудь обратно вернется. Ну давай я посмотрим, кто сильнее жмет на камеру. Давай. You're about to go down, my friend. Let's do this. You can't handle it. Two. One. Well. Take him down, yeah! Да, годом ассорбации. Че он там вызвал своего этого начальника? Что? Этот начальника вызвал по рации, нет? Нет, он сделал вид, что рация не работает. Ага. Can you explain this shit? Well, yeah, it looks like you just spit it out. It's two here. I told you it should be four. Well, no, I, no. No. What are you saying, stupid? I think you misunderstand. You're a fucking idiot. Well, no. Are you an idiot, sir? That's the guy. It's a simple question. Yeah, I see you. I'm sure we decided on it. You're fired. Go home. But, sir. Oh, shit. He's trying to get away. Take the stairs. Yeah. I'll go this way. Go faster! Stop running, damn it! Ты на лежай. Я где-то его издал. Так. Блять! Не, ты кнопку нажал. Ну ты даешь. Не. Убился на стройке еще. Всем выкинул. Че тут нажимать, а только... Там микс, да. А я нажал квадратик по привычке уже. Но он чё, типа всё? Не понимаю. Мы что-то не так сделали? Тут надо вроде... было его перехватить. Я даже не понял. Ага. Да, видимо. Интересно. Я вот за ним бегу, тут рушится вот эта фигня. Угу, вот я за ним тоже бегу. Я отбегаю, это... На твоей стороне. Угу. Вот он бежит дальше, сбрасывает эти. И... А, вот. Мне надо было... Блять, я не понимаю. Мне кажется, у меня есть идея. Сейчас, еще раз. В одном месте мне надо квадрат жать. Давай. Я, конечно, полсекунды всего на этом потерял, но... Ну, видимо, они... Ну да, у меня, может, тоже что-то такое тут есть.
Он на твоей стороне. И давай. Да не, у меня здесь никак. У меня здесь явно это не то. Вот он. Давай, блять. Да что ж такое? Ближе к нему, но. Да надо как-то перепрыгнуть, потому что он вниз падает. Трубы роняет. Угу. Ну. Он другой-то дороги нет. Он здесь не прыгнешь. Вот эта дверь внизу. То есть мне надо как-то туда. И что? А вот дальше что-то непонятно. Я потом трубы скинул. Да. И надо как-то это... Блять, это, видимо, может, другим путем можно пройти туда. Потому что это прямо под этой фигней находится. Может, перед трубой надо куда-то прыгнуть еще? Ты че ничего не делаешь? Я делаю, он поэтому он там тебе долго это занимает просто. Одна штука 10 раз нажать. Да? Угу. Ага, бежите, прыгаешь. Да. И чё? Вот опять это. А опять... ты не можешь сразу на лестницу бежать, да? Не, у меня катсцена такая начинается. Вот по идее это как-то сюда надо... Блять, он ничего не делает здесь. Пиздец, я не понимаю. У меня тоже вроде альтернатив никаких нет. И ничего в него не кинешь, там, не знаю. Может, потратить не надо нажимать, когда я здесь пишу? Может, пусть падает? Нет, не должно быть. Не-е-е. Так. В другую сторону нельзя. Угу. Здесь тоже. Прыжок. И... Может. А, окей. Чё? Все, я, кажется, понял. Эй, а, ты был. Чё, меня, чё ты, кажется, понял? Ты меня просто неправильно меня завёл изначально. Сейчас я понял, куда надо бежать. Да? Да, сейчас. Ну ладно. Сейчас, давай ещё раз. Давай. Угу. И чё, то же самое, сейчас, да? Не-не-не, сейчас. Сейчас увидишь. О, да, по крайней мере, мы не остановили. Угу. Чёрт, все. У меня катсцена какая-то. У меня, да-да-да. Сюда сбежал. Are you kidding me? These damn heights again? Just keep going, or we're gonna lose them. Yeah. Ray, you're a dead man. See him anywhere? No. Let's look around. He's probably hiding somewhere. There's another container here. Let's check it out. Нет.
Oh! Damn! He can't have gotten too far. Oh? Hey! He's over here! Здесь это где? А, вот. Вот. Шел. Ну, эй, ну, вот. Где? Yeah. Давай, кран. Угу. Так что, один типа управляет, второй там? Ну да. Опа. Давай. Ой. Угу. Hey, he's heading for Crane. Cut him off. Yeah. Чё надо сделать? Что-то на кране перерезать выглядит он. А, вот я в кран распустился. А, вот. Вот я вижу, бежит. Понятно. Блять. Сейчас я его схвачу. У меня еле ползет по этому крану. Ага. Ну конечно, я его столько раз. Да ёпта, что такой медленный, это лево. Что, видимо, ты должен был быть на кране? Оп. Да, мне кажется, они одинаково медленные. Ну хотя да, наверное. Сюжетий такой. Угу. Какой? Джеки Чан. Вообще. Мышки с говном свалились. Отличная вообще. Камера. Да, спасибо. Да. А, окей. Мне кажется, надо как-то разделиться, надо, типа. Да. Угу. Да, я за ним побегу, а ты ищи. Да, я ему перерез сюда. А, вот он сюда сейчас должен, получается, наверх побежать. Да. О, да. Смотрят, как гонится да. Прорабом. Всем пофиг. Типа, ну, да, ну про прораб же. Начальник зарплату не дает. So, you gonna tell me where Harvey is? А, вот здесь ачивка. Угу. Fuck me, huh? Okay. Так, что там должен сделать? Может, квадратики ничего не сделать? Угу. You know what? Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Oi. Yeah, me too. Let's see if you'll talk or not. Бумажник. I bet there's something valuable in here. А, гвозди пистолет, давай. Fire is always convincing. Nail gun. Classic. Так. Whoa! Oh, ah. Come on. Start talking.
I said start talking. Come on. I ain't saying shit. Fuck you. God damn it. You gonna talk or what? I ain't say shit. Yeah? How about this? Oh! Huh? Oh! You like this? A lamp? You gonna put the light in my eye? Is that your bright idea? This is gonna hurt, smartass. Start talking. Please stop. This should make him talk. Сейчас профукаю ачивку. Вот я тоже думаю, как это сделать. Stop me in my knee. Yeah, and the next one's gonna be in your head. Stop it, man. Crack. Как бы это не сделать. Может, не обозначить, говорить. А, вот, видимо. Угрожать. Или что? Да. So? Where's Harvey? I don't know. The fuck you don't. Look, man, I ain't saying shit. Yeah? We'll see about that. Alright, guys. Alright. Alright, you went. Не понял. Не дадут нам ничего. А, блять. Это, видимо, ты должен был только это ему всякой херней делать, а я ничего не делал. Может быть. Mexico. I don't know where exactly, but he's in Mexico. He's got a big mansion there. It's the truth. I swear. So that's where the rat is hiding, huh? Yeah. That's where he is. Don't tell him I told you. You don't tell me what to do. All right, calm down, man. See you later. Hey. Let's go. Guys. Yeah. Может, тут... блядь. Don't leave me here. Uh-huh. А можно как-то интересно этот? Come back. Заново начать? Давай. Начать с контрольной точки. Ну-ка, начать с контрольной точки. О, он пофиг. Сейчас второй шелек сделаем потом. Угу. Прям под машиной валялась. Вот проволока. Ну это же строительная зона, эти дела. Ну да, кто-то просто пытался уже угнать, но не получил. Ага, да. Contact that might fly us down to Mexico. That's good. And I got an idea on how to get those guns. But we're gonna need cash. Can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Like what? Как изъебали там какие-то стрелять в фейерверки. Везде нужно стрелять. Кого? Да надо какие-то фейерверки стрелять, непонятно что. Или эти бомбочки просто. Дебил. Gas station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah, well, guess there's only one way to find out. Okay then. You ready? Yeah. Why don't you give me the gun? What do you mean? Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. I say we do this the fast way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. Let's not make a scene. Я то, чтобы оружие у тебя было, да? Sure. Whatever, man. Чтобы я какой-то нервный больно. Здесь была какая-то чика? Нет, следующая в роддоме должна быть. Ага. Мне кажется. Там раз полторы. Ну да, там остался автоматы и этот. И роддом. Что за автоматы? Ну надо вот перед ангаром поиграть вместе в эти игровые автоматы. А, да. Это не здесь. Вот не знаю. Вот здесь есть. Whoa, hey. Don't sneak up on me like that. Sorry. Молодец.
Look, I didn't mean to scare you. Well, you did. My apologies, okay? It won't happen again. Just leave me alone. You need help with something, honey? Just looking around. Go ahead, look around. Why are you looking at me? I don't know. You kind of look nice. You don't look too bad yourself. Thanks. Too bad I'm married, though. Your loss, honey. I guess you can't have it all, right? Ну да. Тут не видно автомата. Ну да. It's just that everything costs an arm and a leg in here. You know, I think there's a grocery store down the street, a lot cheaper. Oh, really? There is? Yeah, it's about a 10-minute walk from here. You just follow the road down that way. Ah, that's great. Well, thanks for the tip. Так, один гражданский ушел. Hey, you okay? Sure. Why are you asking? Because you looked a little freaked out. I'm fine. You sure? Yeah, just leave me alone. Ну что, начнем? Угу. Can I help you with something? Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. You're wasting your time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo, there's a safe in the back. We should check it out. Оп, какой-то нигер меня напал. А чё, блин? Где? Ша-ша. You fucking piece of shit! You okay? Yeah, yeah, I'm fine, let's go. Vincent, the clerk is up to something. Check it out. This is what I'm gonna do. Так, а получить код с сейфа надо. Так, там это ж тётка. Да-да, я отключил телефон. Чтобы никто не мог позвонить. Эй, появился второй телефон. Как-то можно? Мэм, you seem like a smart lady. Just give me the combination. 137, окей. Yep. Так. Так, а, вот. Бля. В другую сторону нельзя? Можно. Ну, обличка. Почему сирена над сейфа? Ну да, тоже понимаю. Как они делают точно их жизнь. Бред, я старал. Что, опять будем от копов удирать? Ну, походу, да. Или нет? Или нет, да. Yeah, no problem. Just make sure to bring the goods, okay? Yeah, I... А, вот мы в самолете в Мексику тянем, наверное. So, we got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. I just want to know what we're dealing with. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah. Heh.
Jasmine? Leo? You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Давай лучше вмешается Лео, он же ее знает. Так он жестко вмешается. Ну ты хочешь, чтобы Винсент разобрался? Да. Окей. Отлично. Here you go. Who the hell is this guy? Let's just get those guns and we'll be out of here in no time, okay? Okay, Jasmine? Нормал. Да. Выбрать тебя пробовать. Ну, я с таким в армии. Пусти меня. Прикат. Но... Packs quite a punch from all ranges. Any good place for target practice around here? Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. Что там у тебя, УЗИ? Какой, ну, какой-то, я не помню, как называется. Я тоже. Короче, я вот это возьму. Больше ничего не дам. Мне кажется, здесь в ангарах. А, нет, это просто какие-то пустые. Тут что-то не почему стрелять. Там банки, я по банкам стреляю. Вот здесь, например, банки есть на столах. А-а-а. Интересно, а черную можно убить? Не, нельзя. Ну ладно, хватит. Погнали. Не то чтобы оружие здесь что-то значит. Угу. Шарлотку будем делать? Да. Бежанку не будем. Я их тоже замешал. Чего? А. Да. Планы на ужин обсудили. Просто в упаковке. Чуть-чуть. Даст сейчас, что ли? Вот сучка. Пожалуйста. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him.
Give me its location. Sure, but it's gonna cost you. Mm-hmm. Don't worry about that. Just tell me where it is. Mm-hmm. Got it. Good job. Talk to you later. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Он. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. Well, there's your phone. Yep. I'll look around. Make sure to get us that plane. Здесь вроде ничего такого нет, поэтому просто пойду херней заниматься. Да. I still don't have any change for the call. А, класс, у меня нет смелости. Ага. The other side of the square. Maybe I could get some change there. А может, у бомжа? Jesus, man. You're a mess. What do you want, man? Just leave me alone. Где-то должен стенд. You know, over there. What? Vietnam? Yeah. Yeah, one. Was it as bad as they say? Worse. War, man. I don't want to be. Please don't get me started. Tell her she's making a big mistake, break. Is she making a big mistake? Yes, of course she is. No, you slept with my best friend. is that true? Yes, but it was a long time ago. It was terrible. I mean, she was frigid. Well, so, hello there, no, handsome. You're talking to a married man. Just my luck. Do you need any help with that? No, thanks. I'm fine. You sure? Because I know some tricks. Что-то мало, взломал бы. I got it. Не знаю. Okay? All right. Не дает мне помочь. Good luck. Thanks. Yeah, I need some change to make a phone call. Sorry, but you have to buy something first. All right. What do you recommend? For you? О, можно на велике покататься. Have some top-notch girly magazines. I'll pass. Oh. Give me some cigarettes. Filtered. Sure. Here you go. You're welcome. Thanks. Hey, what do you charge for a pack of smokes here? Same as everywhere else. It's 36 cents. 36 cents for a lousy pack of smokes? Are you serious? Yeah. Yeah. Price has been 36 Thanks. Cents for the past two Look, years. I need to fly Where somewhere. Been around? Tomorrow. Just haven't been buying any cigarettes. Can you that's make that all. Work? Well, are you gonna okay, buy something great. Or what? Nah, I'm good. What?
When? Where's she? Okay. Okay, okay. Thanks. Hey, you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? You okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened, and I need to be there, all right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! I can't talk about it. Бандюга на нас нашли. Угу. Вовремя. Угу. Сейчас, видимо, будет перестрелочка как раз. Так у нас стволы в машине. А, точно. Где-то лучший парень не смог убить там с 20 метров. Да. Отлично. Сзади притом. Ой, ой. Экран. Блин, кошмар. Лео, hold on. I'll help you barricade the door. This should buy some time. We gotta get out of here. Дальше. Вон наверх. О. А здесь что? Так, это фигню надо подозвинуть. Ага, да-да-да. На середину где-то. Угу. Он там стреляет в нашу дверь. А, он на середину. Он не дает дальше. Видимо, один должен запрыгнуть. И второй будет его доталкивать. А, ну да, понятно. Давай, стой, давай еще раз. Угу. А, он сейчас ворвется. Давай, толкай. Угу. Давай. Есть? Да, есть. Так, он нашел топор. Угу. А я вот здесь смогу. Да. Такс. Просто впустую стреляет. Так, залазь сюда. Угу. Не, я за ней просто... Блядь, ты что, что поднимаешься, дурак? Напасть. Засада какая-то. Что, может... что произошло? Я могу напасть на него. Да, отлично, бегу. Отлично помог. Жестокая игра.
what's going on with you, but we need to finish what we started. I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure. Trust me, I'm happy. It's just... it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital. You're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right, then. Let's go. You know, I could tell it was your first kid. You could? Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it that way, you know. But, yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed, it was like a part of us died. And when it finally happened, a day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Сонка, стрельмаешь? Не, ужин. Я думаю, это от тебя надо с ней пообщаться. Угу. These signs are so confusing. I don't know, they seem pretty straightforward to me. Good evening, ma'am. Oh, hi. Are you my doctor? What makes you think I'm your doctor? Baby. Well, aren't you? No, but I'll take it as a compliment. Then where is my doctor? I don't know, but you need to find him, and fast. Thank you. Hey, Vincent. I found the maternity ward. We need to take the elevator. Так, где-то ачивка с телевизором. Да-да, но это надо, когда в палату уже поднимемся. То есть я пока, прежде чем зайти в палату, здесь настольная игра, я должен, ты заходишь в палату, а я не захожу туда. То есть мы сейчас едем на лице, да. В этот maternity ward, да. И там я сажусь на диван и уже включаю телек и засыпаю. А не я засыпаю? Не-не, ты идешь в палату, там написано сейчас. Во время миссии в роддоме, перед тем, как зайти в палату жене Винсента, сядьте на диван и включите телевизор. Винсент... А, ну, короче, мы оба должны. Прежде чем зайти в палату, должны сесть и... тебе приснится сон про Луну. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Okay.
Whatever. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. Ну давай. Всегда работало. Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is. Yes, you don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so feel better. Nice. I know. So, you excited to see your baby? Вот здесь мы должны где-то сесть и подарить телек. I was nervous, mm-hmm. too, but don't worry, you'll be fine. Thank you. Где телек-то есть? О, можно поплантировать. Ну, this, right? This is fun. Yeah. Yeah, I thought. Really good at this. Опа. Так, стан другим. Как это делается? Этим, как его, левым стиком. Геймпадом или что? Да, да. Левым стиком. Не, не получается. Блин, я тоже пока что-то не получается. Может, пока нет. Все. А, окей, да-да, левым стиком надо просто это, он так тормознул-то немножко. Да. Да, блядь. Ладно, жопу. So, what's happening here? The bulb's blown out. It's the third time this week. Problem with the wiring? Ah, вот и этот диван. I think it's a ghost. What are you looking for? Beer, man. Don't listen. What are you kidding me? You're in the hospital. So? Trust me, okay? It's not a ghost. There's probably some beer downstairs. Wait, are you serious? Yeah. Some liquor too. Oh shit. Just gotta check it out. What kind of liquor? What's wrong with you? I'm joking. Ha ha. Guess so. And so can electricity. See what I have to deal with here? Live footage from the moon. I love this stuff. Hey, Vincent, come check it out. What's up? Look, they're broadcasting from the moon. Cool. Слушай, а какой сейчас год? Год? Угу. Хер его знает. У них там какой? 36 центов. 70-е? С высадкой на Луну. Ну, засыпай. О. What's going on? Is this the moon? Very strange. I don't have time for this. Is that the moon? О, прикольно. What the hell? I don't have time for this. Hey, Vincent. Wake up. Hey. Come on, let's go. Oh, I had this weird dream about the moon or something. What moon, man? Come on, let's see your wife. Yeah, all right.
Ну пойдем. Ну, тебе надо поговорить с ним, да? Узнать, да? My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. Hey, Leo. You coming? Thanks. Hey, Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. This is, Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And, congrats, by the way. Can I hold her? I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Что звуки такие, а? А, блин, я думал, я микрофон выключил. Не, наоборот. Да, что про так громко, если в голову бьет. Полили нас. Угу. Пожарная лестница. Go. Что, наверх там побежу? Всеми дерутся обязательно. О, интересно. О, oh, shit!
show yourself. Murray, you got anything? No, it's all clear. Не поверил. Так. На фоне нельзя выйти. Я пытаюсь, но у меня почему-то как-то так везет другим путем. С меня камера прям сама везет. Угу. Опа. Ну вон дверь. А ну, хотя они, да, они смотрят в другую сторону. Вообще. Я, похоже, забыл бежать. Когда перешел на моего. Такой, ну, кинцо смотрим. Платформер такой. Прикольно. Ух ты ж. Прикольно. Блин, круто сделано. Ох ты ж жопа. А еще есть ли какие-то удары? Может, с ноги могу? I'll beat every single one of you. Come on. Отлично. Ну что? Женщину светильником по голове. Put the gun down now. Don't hurt him. Shut up. Just back away. You can't win this. Вижу, куда иду. Don't do anything stupid. Get over here. Fuck. Piece of shit door. Open! Good evening, ma'am.
Good evening, officer. We have two fugitives at large at the hospital right now. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. Have you seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Will do. Let me know if there's anyone else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. Release yourself. Разговаривать не хочется. Она всех сдаст. Отлично. I'll jump out of the window. Mm-hmm. Are you shitting me? Come on! Just keep on open! Freeze! That's pretty easy, man. No, Sam. Блядь. Freeze! Shit! Там какой-то пульта нету. Come on! Let's go! И чё, и куда бежим? Не знаю. А, оружие взять. В этом тачке. В тачке, да. Я начал нажимать стрелять, а у меня даже патронов нету. А, нет, я типа выводил. А, значит просто подоехать. Так, а ты там как сбежишь сейчас? Не знаю пока. Видимо сейчас то, что ты всех отвлек. Да, наверное, нажмешь квадрат. Да. Какой-нибудь, да. Нихера себе! Всю жизнь в Мексике. Угу, прости. Пить текилу. Трахать кактуса. You sure it's a good pilot, right? Yeah, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically born on the plane. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? Does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico.
А, видимо, здесь в ангаре. А, это вообще это другое. Let him go. Oh, thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. Good man. Thank you so much. Thank you. I will never forget this. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos? ¿Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Кстати, профильные найти опцию скопировать. Hey, here you go. Hey, Vincent, who is this Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Shit. All right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. On your way down. Hey, that's not even funny. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. Alright. Я приносит игрушку свою мне. Что? Sorry, that's just... It's coming with... Just get it on the plane, okay? Got it. Игрушку мне приносит, я кидаю игрушку. Возвращает как собака. Очень смешно. Так. Давай ачивку пойдем поиграем. Угу. Да. Обе еще одну идею. Да, да. Оп, сейчас. Ну, ага, понятно. А, окей, блять. Неудобное управление. Input lag есть какой-то. Да, ёпта. Блин, вообще невозможно нормально управлять. Ладно, говно какое-то. А. Так, сейчас жарная. Так, или потом. А где-то вам сзади вот эта, по-моему, дверца здесь. Да. А, ну окей, надо что-то, видимо, отдать. Или нет, и где эта дверца? Вот тут. А, все вижу. Nice chopper. Он не хочет в него залазить. Ну-ка, если так. Может, ты сможешь? Ну да, дай пробуй. Сейчас с этой стороны не дает. С этой стороны попробуем. Сейчас это игрушка.
О, что за эта кнопка? Шикарно. Окей. Ну? Самое стрёмное, что нет ачивки за прохождение игры. Да ладно, нет такой? Так. Да. Так, дай журнал. Это как бы... Я и журнал дал. Топливный шланг сейчас. Да, я ворот. Короче, мы две ачивки просрали. Ну там, где бейсбол, то там, да. Бейсбол и с этим, с как его, с Рэем. Да. Рэй заново. Угу. Ну тоже недолго. Ну да. Сейчас прилетим на гей-вечеринку. Сколько там этих мафиози сейчас будет? You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know, I'm just saying that writing a letter really helped. You know, I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know. Anyways, look, I'm just saying it was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, I mean, it was just an idea. It's just... Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Oh shit! Wait! I can do this! I'm okay! I'm okay! Dive to landing spot.
Я тебя обогнал? Походу, да. А ты просто. Отлично, все. Тебя не вижу. Да. Ты чё, вот так внизу, что ли? Как ты там оказался? Хз. Может, мне в воду лететь тогда лучше? Не-не-не, вот я тебя вижу. А, видишь? В метр. Давай-давай. Да. Отлично, вообще. Такая сладкая парочка. Мы как-то не долетим, мне кажется. В смысле? Ну, до нужной точки. Ну, она там типа общая область. Хорошо, ты говоришь, смешно получилось. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. Shit. Сейчас пошли, начнется перестрелка. Чё? Сейчас, короче, конкретно Uncharted начнется. Ага. It's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Come on. Hey, get his cover. Что-то о чем мы можем думать по... Вас остался можем? А, можно так? Блин, я хотел по стелсу бить. Стелс или стреляемся? Я бы лучше по стелсу, но он не дает, он говорит, типа, мол, цель, стреляй. Так нет, почему? Или можно? Вперед, вон можно идти. Давай по стелсу лучше их шлепнем. Давай. А, окей, все, вижу. Опа, на, блядь, там двое. Давай, сейчас какого? Слева, справа. Ну, подожди. Давай. Там, хоть хотя... так ушел, давай я беру. Да, да. Давай. Ты понял кого, да. Угу. Все? Опа. Да. Опа, сейчас. Тот красненький стал у нас. Да, да, заспалил. Ну ладно, тогда теперь хули стреляем. Хэдшот. Ну, пошел. Здесь нельзя? Нет. Вот такой сплит-скрин еще, мне кажется. Такой что? А, вот. Сверху снизу когда? Ух ты.
Ой. Вообще, раз снайпер, это как слоу прям теперь будет миссия. Миссия снайпером. Угу, понятно, какой приятный. Что, блять, ну, давай, поднимайся. Я внутри. Я тоже. Ну, залезай, дебил. Квадратик. Да я вот это, просто зону нужна конкретно. Где? Где там этот снайпер был? Так, ой, вижу. Окей, меня мне не дает, я отсюда. Ой, господи, почему они так плохо видно их? Да, бля. А, вот, можешь прицеливаться. Господи, стало намного легче. Еще есть? Вроде нет. Так, здесь везде прикрытие только. А, вот, еще идет. Где? Сейчас он вот как-то с другой стороны. Да блин, ты можешь, чувак, сесть спокойно, нормально? Да, вон еще один. А вон еще один. Наверху кончился. Так, вон еще. Бежут, бегут. Да-да-да. Раз, два. Где-то еще сверху. А, окей. Сверху все. Вот так, походу всех. Вынесли картель, от них их делать. Угу. Так. Чего, этот мост надо пересечь, говорит, или что? Ну, типа, мы его не будем использовать, да. Вот это. Hey, Leo, come here. Wait,
стали по местам. Так, сейчас этот отходит, окей. А, блядь, меня снизу я все время путаю. Как там тебя вырубить? R2. Прикладом по башке. Отлично. Так, где еще чувачок? Ага, вижу. Ой. Блин, они согрелись. Да. А, сзади, потому что у меня чувак был. Блять. Просто имя сзади, чувак, из меня притык стреляет. Ладно. Я в другую сторону пойду. А, вон там чувак стоит, красава. Один. А, они сакрились сразу же. Да. Так. Что-то нет. Стой. Блин. Фиг прицелил. Хэдж. Почему мы с тобой вечно целимся в одних и тех? Так, скачок. А, вроде да. Оп-оп. Gate is open. Это я тебе говорю. Ну, не знаю. Да, блядь. Бесконечные патроны. Угу. По классике. Так. Так. Угу. Машину утилизировали. Может быть, был какой-то другой способ? Наверняка, но... Ну, да, об этом не узнаем. О, могу сменить оружие. А. А, ну мы же сейчас внутри здания будем, поэтому лучше все дробовичок какой-нибудь. Да. Ну... Да, давай я возьму эмочку. Давай на раз, на три. Раз, два, три. Говорит не по-русски. Да-да-да. Блять, все время забываешь, что они снизу. А чё они через дверь стреляют? Блять, да ладно. Облом. Надо мне тоже брать не этот, не шотган. Так, вот отсюда я могу пнуть, нет? Не забывай перекатываться. Да-да.
Мы не можем через дверь стрелять, а они могут. Отлично. Угу. И что делать? Сейчас. Она надо пройти вот туда, наверное. Убили? Угу. А, вижу, все, понял. Да, блядь. Да, ёп. Не успел чуть-чуть. Заменять направление движения, вот идешь, выпекайся в ту сторону. А еще можно, конечно, передвижки делать вот. Стой, восстановись. Угу, так и делаем. Сюда я не могу. А... Не, вот тогда, мне кажется, оттуда, там, где бочка была. Вот там, где вот сзади, вот здесь бочка есть какая-то. Может, здесь можно как-то пройти? Нет? Нельзя. Нет, нельзя. Чё? Может, тут где-то можно что-то взорвать? Бочки-то эти? Нет. Чё-то пока? Нет, значит, видимо, придется бежать. Опа-опа-опа, беги-беги-беги-беги! Я успел. А. В общем, да, это надо по очередности, и штаб вот так перекатами с одного места на другое. Ну что-то, я только начал, меня сразу завалили. Или один должен как-то бежать сначала, а второй как раз в это время перекрывает. Не, он должен себя туда влечь. Ты же забежал в прошлый раз туда. А, ну да. Ну давай попробуй еще. Сейчас, подожди, у меня жизнь остановится. Так, ладно, я побежал. О. Опа, есть. Что там так. Дальше? Сейчас. А, я могу бросить так, что-то. Или... А, окей, я могу как-то бросить. Ну. Что? Ха-ха-ха. Отлично. Так, что там, ничего? Начинается. Такс. Да ёпта, ну я, сука. Минус два.
Еще один. У тебя как дела? У меня тоже норм, я троих. Прям еблет. Еще один. Я не вижу красных меток. Вот в тебя палит, ты там. Не, я нормально. Не успел. Хорошо. Ну и. Ой, да. Хера. Офигеть. Блять, я уже до лестницы добежал, вот, но... Вот. Да-да-да. Зачем? В смысле, зачем? Ну, ты так яростно вперед побежал, зачем? Можно поаккуратнее было. А. Да бля, он прячется, дурак. Господи. Мне просто не везде можно спрятаться. Да блядь. Нажимаю спрятаться, он не может. Ну так и не беги. И пытаюсь бежать куда-нибудь, а у меня там надо. Да я стрелять. Со своего фланга их. Раз. Два. Топля. Еще один. Вот сиди там и не высовывайся. Ух ты, шинкераси. Вон там, да. Да. Да бегу, ты там одного. Нажимай, 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 нормально. А, ну да, конечно. Don't even think about it. Slide it over. All right. Here you go. Пусть я подойду. Наверняка сейчас меня убьет или что-нибудь такое. Заложники возьмут. Get away? Did you? Take it easy. You got me.
Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it! Alright. Еще один ствол в сейфе. Чего? Чего делать-то? Чего? Чего делать-то? А, вот разбить надо. Не-не-не, у меня вот здесь есть, можно где разбить. Сейчас я попытаюсь подойти, чтобы разбить. Давай. Все. Что, шлепнем? Так это, не силок. Эпик вообще. Пиздец. Ну правильно, да. О, молодцы, класс. Get the bikes! Наконец-таки делают порулить, наверное. Mm-hmm. Не знаю, не факт. Да, может быть, да. Я бы сейчас всех сразу катил титры. Мы же сделали главное. Видимо, все-таки да. А, я не в ту сторону. Какой-то мотокросс. MotoGP, да, мотокросс. Не, MotoGP... Да, это про другое. Меня сейчас убьют, блядь. Блядь. Просто как говорят, начали херачить сзади, прям напрямую. Ну, маневрируй. А теперь когда под мостом? Ехать. У тебя стаж сколько? Да блять, ну реально забьют опять. Да пиздос. Просто никуда не отойти, налево-направо, куда не дернешься, все равно просто напрямую стоит, убивает. Не знаю, едешь по белым дорожкам. Ну вот я там по ним еду, стараюсь, по крайней мере. Да блять.
блин, сейчас я наткнулся на машину. В кустах застрял. В терпорках. Это пиздец. Мы с тобой застряли, и меня тут... За это? За дарчину? Чудом выжил, короче. Чудом выжил, да. Ну, блядь. А, опять в машину, в ту же самую. Так, ну, там, блядь, левее, значит. Блядь. Вообще, так... Не отстают. Да, блять. На! Не-не-не-не. Господи, управление такое ебанутое. У этого мотоцикла. Сука. Че, мы в сектор газа приехали? Вообще. Блять, пиздец. Давай, давай, нет. Что за ебанько? Что это вообще такое? Военная территория. Это че? Ну кричал ли твой персонаж? Хер его знает. А, у меня тут беда. А я, вот он. Вон он я. Бля, я за рулем, нет. Ну, есть. Хули, ты не едешь, что? А вот. Это просто замедленный этот был. Коплей Uncharted. Угу. Только без сплит-скрина, пожалуйста. Вот стрелять по этим машинам вообще бесполезно. О, нет, одну взорвал. Надо же. Бля-бля-бля. Да блять! Давай догоняй. Да. Было. А? Давай. Да пес, сука! Давай!
Че, я не улетел? Нет. На! Shit. Его машина сбила там в конце. Ага, было еще круче. Улетели и все. Да. Давай, иди по прямой. Чего ты пытаешься? Yeah. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this! You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right, then. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Паньки. Да-да, подстава. Вот сучка. Сдала, что ли? Угу, походу. Здорово. Everybody stand down. Что ж, подпас, что ли? Ах ты ж крыса.
со мной. Блять, что? А, окей, это я это. Воспоминания? Ага. Вот это твист, вот это поворот. Да. А, тут ты потому что я... Нет, это, точнее, этот чувак убил твоего брата. Это твой брат, видимо. А-а-а. Да, ты там он сидел, ну, дожидался, да, и ты решил... Да, наверное, они там эти. Угу. А, или вообще спецслужбы. Да-да. Угу. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! Это ж ты коп вообще. Listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Может, вот здесь не надо? Так, да. Ачивка вот эта последняя. Не-не, здесь. Точно? Точно. Think you're funny, don't you? Нет, нет, что он? What, you think you just go and sell it on the street corner? What, are you stupid? Yeah. Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Так. Как тебя обойти? А, ну проще просто прям пройти все. А ну съебали! Съебали! You don't have to do this. You're gonna pay for this! Нет, отмена. Что отмена? Куда ты меня тащишь? В тачку. Get in the fucking car! No! I fucking trusted you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down! Are you serious?
Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Leo, please. This is insane. Да, вот я смотрю. Я только это и делаю, собственно, так не понятно, что прямая дорога. Вдвоем умерли? Не. Не, вообще не умерли. Я думал, ты не сможешь сбежать из-за того, что не справился с девятым. А, ты должен меня стрелять вперед, сука. Да. Как мне попасть тебе в двигатель, а? Нет. Всё? Нет. Нифига себе. Да тихо эту лодку потопил. Чего? Фиг потопил эту лодку. Где ты? Фига, он в полете просто не насладил, да. В полете нечестно, я ничего не могу сделать. О. Да, блядь, ну, ебанулся, что нас так в этом врезаться-то. Что? Не понимаю. А, окей. Чё-то могли бы и поменьше полиции тогда за нами отправлять в погоне. I'll go this way.
All right. То есть, там, когда я не успел прыгнуть на самолет, на самом деле был самым правильным решением. Какое? Куда? Ну, в Мексике. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo! Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily, just get up! You know I can't do that! Don't fucking push it! This is between me and Vincent! Now get the hell out! Get out! Сейчас ну что, дуэль будет? Ага. Пупг. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed. But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! А, нифига себе, реально. Вот это поворот. Вот это да. I wonder where that pig is hiding. There you are, you little shit! There, where are you? Huh? Чего коснулся, он сейчас я тебе больше попал. Давайте сейчас. Почему только у меня на костюм показываешь? Ну, потому что я в тебя сильнее попадаю. Да ладно. Да. Ну, сука. Get up.
Хутае for the win. Ага. Мортал Комбат. Господи. Как долго он... Ага. Идёмте нельзя пока. Ага, идёмте нельзя. Это чисто просто. Да, видимо, кого до этого момента осталось там побольше, тот и это. Да ладно. У меня он еле ползет, потому что у меня жизни мало. Давай, Да. Ты плохо жмёшь. Нет, поверь мне, год мастурбации. Мало мастурбировал. А ты, сука. А ты жопа. Нет, там можно как-нибудь упрыгнуть. Я чё? А ты что, мне стрелять не? Чё-то похоже нельзя. В смысле? Нельзя не стрелять. Я видимо на болтце-то. Можно. Ну, не знаю. А до этого он, типа, до этого он встать не смог, когда сбежал за оружием. А сейчас вдруг смог после выстрела. Ага. Геймпад вибрирует. Ах, драматично.
Бил меня гад. Мы с тобой всю игру проходили. Ну я сам не хотел. Я сижу, не умею трахнешь нибудь. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Типа, если бы я победил и тебя убил, я пошел к твоей жене. Наверное. Хотя, с другой стороны, меня все знают, что тот, кто полицейский, все знают. Да. Теперь сын будет мстить за отца. Ага. Всю жизнь будет выискивать Винсента. Еще одна капсула. Там у компа. Слева от компа. Silver Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Там же рядом. Yeah. And she's got your eyes too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Thank you.
7 месяцев второй. А высадка на Луну в каком была? В 69-м? В 72-м? Я что-то не помню. Окей. Значит, там говорили про этот, как его? Прямую трансляцию с высадки на Луну. Это 72-й год, я не помню просто. По-моему, в 69-м высадка на Луну была. Наверное, прямая. Я только, да, насчет прямой. Так, зачем? Можно? Скипнул, или у меня пропало? Это я скипнул. Да, ну что, титры? Попробуйте. Быстренько. Chapter select. Ага. Здесь интересно, можно так? Да. Играть по сети. Сейчас я тут отключу стрим. Нахер, сейчас нажим. Mm-hmm.